Чтобы образовать новые завязи, томаты тратят очень много энергии, поэтому для того, чтобы получить обильный урожай качественных плодов, во время цветения этой культуре необходимо помочь. Сделать это можно, используя некоторые полезные подкормки. Об одном натуральном средстве для томатов мы и хотим рассказать в нашем видео. Для его приготовления нам потребуется только томатная паста. Следите за тем, чтобы в выбранном вами продукте не содержалась соль, и он имел как можно более натуральный состав. Итак, 4 столовые ложки томатной пасты растворяем в 1 литре воды. Полученный концентрат разбавляем затем 10 литрами чистой воды, хорошо перемешиваем и используем для полива посадок. На один томатный куст уходит примерно 1 литр удобрения. Для усиления эффекта подкормку рекомендуется повторить через 7-10 дней. Данное удобрение содержит магний, кальций, фосфор, калий и другие полезные элементы. Оно простимулирует рост и развитие томатных кустов, поможет им нарастить мощные корни, укрепит иммунную систему, поспособствует лучшему усвоению питательных веществ, повысит устойчивость к болезням и негативному действию вредителей, обогатит грунт, обеспечит нормальное протекание жизненно важных процессов, происходящих в растительных тканях, увеличит урожайность и сделает плоды крупнее и слаще.